Всем привет, дорогие друзья, с вами Донни, и сегодня мы играем в GTA 5 Реальная Жизнь. Друзья, сегодня мы достанем свой старый-старый байк из гаража старого-старого дома. Я решил, что наконец-то я его перегоню в этот свой новый домик. Сейчас для этого я вызываю такси и еду прямо к старому своему дому. Напоминаю, что я его не продал, я просто его оставил себе как дополнительное убежище, так вызываю такси. Да, мне нужно быстренько такси. Окей, давай, жду, все, давай. Так, в общем, короче говоря, я сейчас его возьму, хочу его перекрасить, может быть, такой, знаете, ярко-красный цвет, и сегодня хочу на нем погонять. Очень давно не гонял на мотоциклах, на своем, по крайней мере, очень давно не гонял. А вот и приехало такси, так, залезаем, садимся. Так, мне нужно очень-очень быстро, поехали, давай, быстренько. Ну что, вот мы приехали, вот мой старый-старый дом. Как же давно я здесь не был, офигеть, очень не был давно я здесь. Так, ну что, сейчас мы быстренько заберем наш мотоцикл. Я его покупал, очень давно, я не помню, может быть, серии 20-30 назад. Вот в этом вот гараже слева он стоит, блин, мы раньше здесь жили, офигеть. Вот в этом вот доме мы раньше жили, вы прикиньте. И это до сих пор моя стоянка, то есть я как бы не продал ни дом, ни стоянку, а здесь стоит мой байк. Сейчас мы его достанем. А вот и наш байк, вот я его достал. Блин, как же давно на нем не катался. Так, садимся. Надеюсь, я не забыл, каково это вообще кататься на байках. Так, заводим его, радио включаем, одеваем шлем быстренько тогда. Ну что, давайте мы сейчас поедем быстренько, наверное, в Лос-Антос Кастомс. Я быстренько перекрашу наш байк. Так, а где он находится, я забыл. Так, ну ладно, быстренько, короче, газуем. Я бы у себя, в принципе, мог бы перекрасить, но там нужно вроде как ждать сегодня долго, потому что вроде как очень много заказов на сегодня у нас есть в моем бизнесе. Так, втапливаем и гоним в сторону... так, ребятки, я забыл, как туда ехать. Аня, все вспомнил, поехали. Красный, Аня вроде бы уже горел желтый, поэтому можно было ехать. Так, значит, нужно сейчас быстренько заехать, перекрасить в красный цвет. Хочу именно красный. Почему именно красного цвета? Потому что я, короче говоря, рылся в интернете и нашел фотку офигенно. Офигенного красного мотика. Хочу сделать себе именно вот такой же красный мотик. Так, заезжаем на территорию Лос-Антос Кастомс. Так, и прямо заезжаем в тюнинг. Так, открываюсь оборотики. Ну что, не прошло и пару часов, как наш мотик готов. Перекрасили его в красный цвет. Даже вроде как он немножко отличается. Здесь, короче говоря, как вы видите, такой темно-красный посредине цвет. То есть второй цвет я выбрал, видимо, более темный, но в принципе это не важно. Так, садимся на мотик. Так, достаем шлем. Нужно шлем достать. Так, заводим, во-первых, да? Теперь одеваем шлем. А теперь давайте мы погоняем, понаваливаем на нашем мотике. Так, стартуем и гоним. Значит, я хочу сегодня чисто погонять, посмотреть, каково это вообще на мотике нашем гонить, потому что я очень давно уже на нем не катался. А ближе к вечеру, возможно, я встречусь с Джонни, и мы с ним сегодня одно дельце провернем, но это возможно, это не факт. А пока я еще не уверен, что я смогу это сделать. Так, ну что, значит, давайте мы немножко так похулиганим, потому что на мотике это можно похулиганить немножко. Так, гоним. Красное, давайте мы так на красный поедем, потому что я хочу, потому что у нас мотик. Я играю со смертью просто. Так, здесь вроде бы можно ехать, вроде бы безопасно. Вот это, я понимаю, мотоцикл у нас, да? Слушайте, стоял он уже, наверное, где-то, может быть, месяц стоял просто в гараже. И, слушайте, вообще отлично гоняет. Просто вот супер, просто супер мотик. Давайте мы здесь прогоним вот так вот, да? Вот так вот, осторожно, осторожно. Здесь я забыл, что есть конец дороги. Так, опять красный, можно ехать. Нам все можно, у нас же мотоцикл. Нас все равно никто особо-то не сможет догнать, осторожно. Так, так. Опасненько, опасненько, опасненько. Здесь гет тоже, кстати говоря. Здесь особо-то хулиганить не нужно. Так. Кстати говоря, спидометр так и не починил. Да, видите, у нас спидометр не работает. Фигня какая-то полная. Короче говоря, я определяюсь по GPS, по скорости. Спидометр не работает. В общем, короче говоря, мне продали его уже таким. Я хотел починить, но что-то как-то руки не дошли. Поэтому я ничего так и не исправил. Так, давайте мы так вот проедем. Опа, опасно! Воу, влезли! Круто, круто, влезли. Прям вообще четко. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, здесь мы влезем? Конечно, влезем, мы же на мотоцикле. Так. Оп-оп-оп, я слышу сирену. Слышите сирену как-то? Я слышу сирену. О, давайте заедем на стройку, кстати говоря. Хочу заехать на стройку, вот так вот, да? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Вау, осторожно, так. Так, а это что такое, друзья, это что такое? Стоит какой-то инкассатор. Давайте мы припаркуем наш байк вот здесь вот. Давайте так вот мы припаркуемся. А это что такое, слышите? Так, аккуратненько. Давайте мы шлем снимем, да? Давайте посмотрим. Я, кажется, понимаю, почему работает сирена, да? Вы слышите тоже? Там, кажется, что-то случилось. Там, слышите, там какие-то вооруженные люди стоят. Нифига себе.
Так, давайте мы наверх залезем, посмотрим, только аккуратненько. Здесь видно будет? Так, что-то я... Там стоят копы, смотри, ё-моё, там стоят два какие-то черные фургона, вижу за забором, там стоят два фургона черных, там какие-то вооруженные люди, тут стоят копы, а, здесь есть что-нибудь? Здесь тоже копы стоят, ни хрена себе, мне кажется, из догадки, что, скорее всего, это ограбление инкассатора идет, да? Скорее всего, слушайте, это, а здесь никого нет, здесь-то почему никого нет, слушайте, это идея, это, опа, послушайте, а что если ограбить грабителей? Так. Там они, в принципе, на меня пока не смотрят в мою сторону. Давайте мы так обойдем аккуратненько. Блин, это, конечно, опасно, потому что они вооружены просто. А почему копы не встали здесь, интересно? Давайте мы так вот обойдем. Так, там еще стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Значит, смотрите, в принципе, есть возможность, чтобы... Так, давайте мы пока спрячемся. Да, вот так вот, аккуратненько, так вот. Значит, есть возможность, что меня, в принципе, могут они и не увидеть. Вот эти ребятки меня, может быть, и не увидят, скорее всего. Но меня, возможно, увидят копы. Тогда будет, скорее всего, погоня. Но вы посмотрите, стоит инкассатор передо мной. Там какие-то ящики, и на меня никто не смотрит. Так, окей. Давайте мы так аккуратненько. Что-нибудь там мы сможем сейчас забрать, да, я думаю. Так. Здесь стоят копы, да, я вижу. Так, там тоже копы стоят. Видите, копы, так, аккуратно. Шепотом, шепотом. Они пока на меня не смотрят. Так, здесь еще копы стоят. Они реально. Ой. Так, извините, я ругаюсь, но так, здесь пусто. Так, я, конечно, все это забрать не смогу, а вот чемоданчик этот я, в принципе, мог бы забрать, да? Блять, друзья, я забрал чемоданчик, вы прикиньте. Блять, бежим. Твою мать. Это что такое вообще? Бежим. Так, быстро валим, вы это видели. Это просто дичь какая-то, ребятки-то. Так, я запутался, куда ехать. Копа, они, короче, там начали штурм, я не понял, что там происходит, просто валим. Сейчас они за мной по-любасу ринутся, потому что я просто охреневший. Так, а слушай, вертушка что же прилетела, да? Или еще нет? А, я пока не слышу. Просто жесть, друзья. Да, слышу вертушку, просто валим, друзья. Это просто дичь сейчас будет, просто неописуемая дичь. Так, нужно отсюда сваливать, так же, как сюда приехал. Вот здесь сваливаем, так. Аккуратненько все, дёру. Офигеть, копы со всех сторон. Короче говоря, я забрал всего один чемодан. Я сколько там денег, я вообще без понятия. Ну, офигеть, сколько здесь копов. Твою, а, фишечка, объехали. Все норм. Друзья, это просто дико, это неописуемо, что я сейчас сделал. Это встречка, да, это встречка, понятно, весело. Гоняем, так. Это, блин, это я сейчас пробрался, я ограбил грабителей. Охренеть, просто. Просто я в шоке от себя, друзья. За это лайк, потому что это просто неописуемо. Так, где копы? Я их пока не слышу. Офигеть, нет, я их слышу хорошенько, я пока их не вижу, так. А, впереди, зашибись, все, их я увидел. Так, гоним. Сейчас главное от них где-нибудь спрятаться. Вот он здесь, все, сваливаем. Тихо. Вот давай сюда поедем вниз. Здесь, так сказать, что у нас здесь? А, здесь можно погонять, в принципе, да, валим, так. Я просто до сих пор не могу понять, что вообще произошло. Так, вертушка, блин, вертушка, зашибись. Это плохо, она стреляет по мне, ребятки, это, конечно, капец полный. Так, что делать, куда ехать? Давайте поедем сюда, водичка. Вау! Тихо. О, приземлился, вроде бы нормально. Конечно же, там хорошенько так побил подвесочку, но... Так, мы отсюда сможем выехать, да? Это куда дорога-то? А, окей, все, понял. Давайте мы тогда объедем вокруг... Так, вроде бы не слышу никого и не вижу. Так, здесь можно как-то заехать, да? Ага, заезжаем. Так, надеюсь, что мы оторвались. Это просто жесть, друзья. Я думал, сегодня будет чисто день какой-нибудь, знаете, там на мотике погоняем и все, а такая дичь просто... Просто не описать словами, что это вообще было. Не знаю, что нам делать. Я пока, в принципе, не слышу больше копов, но нам нужно где-нибудь засесть. И нужно будет потом еще узнать, сколько мы украли денег, да, потому что, ну, мы всего один чемодан забрали. Сколько там тысяч, я не знаю, но я думаю, что такой, знаете, хороший чемоданчик, да, был. Так, ну что, мы вроде как оторвались, мне так кажется. У меня заканчивается бензин. Что такое-то? У меня, что не поездка, то заканчивается бензин. Так, давайте мы... здесь проедем, да. Я пока не слышу никого, то есть вроде как мы их запутали. Мне кажется, они даже не в курсе, что я выехал из каньона из того. Нет, я, конечно, очень давно хотел, так сказать, аккуратненько, ограбить... Ух ты, такой же байк, как у меня. Я очень давно хотел ограбить какую-нибудь, ну, инкассацию какую-нибудь, да. Ну, так, чисто для интереса. Но чтобы ограбить грабителей инкассации, вот это вообще просто... Это, конечно, я думаю, они просто охренели от такого развития событий. Так, шлем мы одеваем. Наверное, быстренько поедем, поставим мотик домой. Ну, я думаю, что, может быть, на этом можно и серию закончить. Я не знаю, это будет, скорее всего, короткая серия, ну, друзья, потому что она такая получилась, просто дикая. Я не
думал, что так будет. Я думал, сегодня будет такая, знаете, сегодня, ну, как бы, днем погоняю, вечером увижу с Джонни, но теперь думаю, что мне лучше осидеться дома, потому что, как бы, сейчас с Джонни встречаться, вот именно сейчас, как бы, да, это вообще палевно будет. Ну, как бы, они могут меня на улице просто увидеть и спалить. Поэтому сейчас я быстренько гоню. Давайте я пойду все-таки к самому новому дому, да? Так, здесь красный, ну, вроде бы, как направо можно на красный ехать. Так, давайте сейчас я быстренько приеду домой, там поставлю наш мотик. И думаю, что на этом можно и будет закончить. А уже в следующей серии я посчитаю, сколько я денег украл, потому что, вы прикиньте, так красный, но я направо поверну, здесь можно на красный ехать. Я не знаю, сколько там реально денег, но, конечно, не думаю, что там миллионы, да, там вряд ли будет миллионы, но я думаю, там будут, в принципе, какие-нибудь неплохие денежки, скорее всего. Так, ну что, вроде как я не вижу никого, а так, можно ехать. Не вижу, по крайней мере, копов, это хорошо. Это очень-очень хорошо. Так, мой спидометр говорит мне, что я еду со скоростью 0. Это мне просто каждый раз я угораю, потому что спидометр тупо сломан. Так, мы здесь проехали, вроде как, да, так аккуратненько. Так, нам бы сейчас направо повернуть, да, можно? Можно, спасибо. Так, поворачиваем. Здесь мы проскользнем. Так, и нам нужно быстренько до дома добраться. Давайте мы поедем, может быть, как-нибудь... А, думаю, можно поехать и прямо здесь. Прямо вот по главной улице Вайнвуда. Точнее, даже не Вайнвуда, а Лос-Андреса. Так. Оу, тихо, я сейчас чуть не впилякался, друзья. Это, скорее всего, самая-самая сумасшедшая серия вообще из всех, которые я когда-либо снимал, потому что она вообще просто дикая. Так, поворачиваем налево. Ну, здесь, в принципе, мой дом уже близко. Сейчас я быстренько поставлю тогда наш мотик домой. Друзья, я думаю, что этот момент я снимать не буду. Сейчас поставлю мотик домой и, собственно говоря, все. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась так же, как и мне. Ставьте лайки, если это так. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.